Везде витрины, вывески, все по предназначению. Это старинное здание года 1903-го. Для этого и строилось. Меня зовут Елисей. Сегодня мы прогуляемся по карте нашего города. Включаю аудиоэкскурсию. Вы на улице Калинина, 43. Это здание магазина торгового дома Пинковых с братьями. Торговый дом официально учредили в начале 1890-х годов Михаилом Павловичем Пинковым, одним из трех братьев известных дальневосточных предпринимателей и меценатов. Главной задачей Пинковых было преодолеть конкуренцию более сильных благовещенских винокуров Лукиных. Победить их Пинковы не смогли, но укрепили за собой рынок Приморья и Нижнего Амура. Немалую роль в этом сыграло строительство железной дороги. В 1892-1894 годах на купленных 110-инах земли на реке Супутинки, в 20 верстах от села Никольского, братья Пинковы построили винокуренный завод, получивший название Павлиновский. Кофе будете? Склады и лавки торгового дома были во многих крупных населенных пунктах Приморской области. Фирма Пинковых стала крупнейшим предприятием, лидером в торговле и производстве спирта в крае. Пинковы владели акциями множества компаний. Пинковы активно участвовали в деятельности местных органов самоуправления, предпринимательских, общественных и благотворительных организаций. Большую роль в просвещении масс сыграла книжная торговля, которую, несмотря на все трудности, организовал и вел Иннокентий Пинков. Руководители фирмы финансово содействовали созданию в крае новых учебных заведений, жертвовали крупные суммы на содержание больниц, приютов и культурных обществ. Ну, про Пинковых-то понятно. А про само здание расскажите. Здание торгового дома Никольско-Уссурийский было построено не позднее 1903 года. В здании размещались магазины и арендуемые помещения. В годы Первой мировой войны и сухого закона деятельность фирмы в значительной степени свернули. В годы революции и гражданской войны дела торгового дома пришли в еще больший упадок. После окончательной победы советской власти в 1922 году торговый дом Пинковых с братьями ликвидировали, а его имущество национализировали. Бывшее здание Пинковых в Никольско-Уссурийске на улице Мичуринской, ставшее потом Калинина, передали под нужды народного образования. Долгие годы в нем находилась средняя школа. Вот так поворот. Из торгового дома в школу. Что тут еще интересного? Вам всего хорошего, а я продолжу гулять по любимому городу. Вот так вот.